В Государственной Думе России состоялся отчет правительства страны о работе в прошедшем году. С докладом перед депутатами выступил председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. В рамках обсуждения состояния российской экономики состоялся диалог с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета по финансовому рынку. Речь шла о перспективах развития отечественного машиностроения. Еще в ходе визита в республику в 2020 году премьер-министр страны побывал на нескольких предприятиях, специализирующихся на производстве тракторов средней и малой мощности, текстильных станков и запчастей к ним. Это конкретные примеры импортозамещения. Такие компании нуждаются в поддержке правительства в плане выхода на внешние рынки, считает Анатолий Аксаков. Михаил Мишустин готов поддержать предложения в этой части и расширить действие программы. Это очень важно для роста деловой активности в регионе, убежден глава республики Олег Николаев. Поэтому первый транш из федерального бюджета в размере 1 миллиарда рублей ушел на развитие малого и среднего бизнеса, создающего новые рабочие места. С 2022 года в республике появятся новые инвестиционные площадки для создания ряда важных производств.